Этот год, который я заканчиваю, 9 класс, прошел очень незаметно. Вроде бы недавно я была в 1 классе, думала, что ничего у меня не получится, потому что у меня были очень проблемы. Но все же я взяла себя в руки и пошла дальше. Перешла я в 9 класс, думала, что здесь будет все очень сложно. Оказывается, здесь было очень классно, и все было понятно. Тем людям, которые переходят в 10-11 класс, я очень вам желаю удачи, потому что там все будет сложно, особенно 11 класс ЕГЭ сдавать. И надеюсь, что у вас все будет хорошо, вы будете счастливы, будете хорошо учиться, будете получать отличные знания, будьте всем неизменным, хочешь остаться таким на всю жизнь. Я вас люблю.